Оплатила. Дату доставки мне сказали, что будет 8 числа вечером до 8:30. Ну и как-то в 9 я уже спохватилась, поняла, что доставки нет. Анастасия Корсакова заказала доставку 2 букетов на сумму свыше 5000 рублей. Хотела сделать подарок маме и бабушке на 8 марта, но сюрприз не удался. Цветов они так и не получили. Таких же пострадавших, как я, десятки уже. То есть я читаю комментарии, вижу, что людям точно так же не привезли букеты. Ну и вот чувствую разочарование и просто непонятно, что делать дальше. Мы остались без денег и без букетов. Анастасия говорит, позвонила на горячую линию больше 80 раз, но все безрезультатно. Дозвониться невозможно, с ней также никто так и не связался. Пока что не знаем, что делать, куда обращаться. Возможно, будем писать какие-то досудебные претензии, если так никто и не выйдет в течение дня на связь. Удивительно то, что фирма с таким именем, такая известная крупная компания с хорошей репутацией, вдруг вот повела себя таким образом, что... 8 марта без цветов прошло и у Рины Михалевой. Дочь ей традиционно дарит букет на праздник. Дочка мне написала: «Мам, извини, я же вам заказала букеты, но фирма, к сожалению, не доставила их до вас». Ну, я, конечно, расстроилась. Дочь расстроилась еще больше. И такая ситуация не только в Казани. Судя по комментариям в соцсетях, доставку цветов не получили также в Ульяновске и Чебоксарах. В этих городах также присутствует эта сеть цветочных магазинов. Заказали заранее, оплатили и ничего не получили. 2 заказа не доставлено. Это ужас просто. Заказала букет на 5000 и не доставили. Мама, пожилая женщина, до 12 ночи сидела, ждала. От вас ни звонка. Это что за отношения? Такие комментарии оставляют покупатели в группе цветочного магазина ВКонтакте. Почему они так и не получили цветы? В чем причина? Смогут ли клиенты вернуть деньги? Эти вопросы мы адресовали руководству сети магазинов. Меньше месяца назад мы переехали на новую платформу управления заказами, специально для того, чтобы в праздник максимальное количество покупателей, которые у нас делают заказы, мы обеспечили качество и срок. К сожалению, из-за колоссального количества заказов, которые пришли, платформа не выдержала. Заказы принимают, но, к сожалению, наши операторы, которые обрабатывают эти заказы, в моменте они их не видят. Как нам рассказали, сейчас система восстановлена, все заказы появились и с покупателями свяжутся. Наши операторы связываются с каждым нашим покупателем, выявляют потребность. Если заказ и доставка еще актуальна, мы везем. Если не актуально, возвращаем деньги. Мы максимально этот процесс ускорим. Я думаю, что в течение 4 максимум 5 дней деньги будут возвращены. Деньги возвращаться начинают уже с сегодняшнего дня. В магазине пообещали всем, кто не получил свой заказ, подарить еще и промокод на следующую покупку. Но вернется ли праздничное настроение 9 марта? Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань.